Сегодня в Ленинском суде города Чебоксары начались слушания по уголовному делу о взятках в транспортном отделе администрации столицы. На скамье подсудимых бывший начальник Денис Савельев и главный специалист отдела Елена Сорокина. Их обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, бывший начальник отдела Денис Савельев и его подчиненная Елена Сорокина получали с апреля 2016 по март 2017 года взятки от предпринимателей, которые занимались пассажирскими перевозками. Чиновники получали деньги за так называемое покровительство, а именно за сокращение проверок и продление договора. Если владелец маршрута отказывался платить, то у него сразу находили нарушения, влекущие за собой расторжение договора на обслуживание. Указанными лицами было получено незаконно более 600 тысяч рублей. Всего за так называемое покровительство в маршрутных перевозках незаконно оплачивали деятельность этого начальника отдела три человека, которые занимались перевозками по трем маршрутам, курсирующим по городу Чебоксары. В марте этого года чиновник был пойман на взятке. Момент передачи денег снял на видеорегистратор один из предпринимателей. После того, как видео попало к правоохранителям, Савельева заключили под стражу. Экс-чиновник вначале признал свою вину, написал явку с повинной, но позже отказался от своих показаний. Мое внушение в отношении данных перевозчиков не было. Порядок проводится в отношении каждого перевозчика. Экс-чиновник с марта этого года находится под домашним арестом. Сегодня мера пресечения Савельева в виде домашнего ареста была продлена. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.